интересом, а кратко сегодня мы продолжим играть в игру под названием Хейда. Соответственно, доливаем чаёвок, усаживаемся поудобнее. Сегодня у нас будет, ну, максимально атмосферный, рогалистый, вроде как текстовой, новельный и непонятно какой контент. Ну и пока что лично, но недооцененный. Есть еще, у меня уже был первый взгляд по этой игрушке, и в принципе это, по сути, он и есть. Только немножко вид сбоку и типа как бы второй. Вот, так что переходи по Натасам с провертым углу, смотри прошлую серию, глянь, как я там свыкался с этой игрушкой, как я вникал еще в нее, а сейчас мы с тобой продолжим. Вот, ну и перед началом я, естественно, уже скажу, что тогда уж, что уж, как уж думаешь, вот, и что мне, в принципе, в комментах написали. В комментах мне объяснили, что Лаград, да ты на самом деле не выкупил, тут вся соль не в геймплее, а, так сказать, в сюжете. И получается, я ж просто как зашел в эту игру, я прочитал, увидел, что рогалик, значит, да можно судить как рогалик, если там тебе боевка то все, то должна быть нормальная, ну ты, короче, понял меня. А как оказалось, нет, не совсем. Как оказалось, что геймплей здесь максимально сильно упрощенный, на него лучше не осрять внимание, просто бегаешь, что-то делаешь, а вообще, по сути, лучше смотри на сюжет. Вот, как-то так мне приблизительно написали, опять же, хочешь, можешь там подискутировать в прошлой серии. Вот, ну или даже вот в этой, я пока что еще не уверен, игру я не списываю со счетов, она все-таки слишком была в свое время популярна, и я вот, ну просто, очень сильно не хочу, вот, я надеюсь, что она не как Эдит Финч и не та самая игрушка, которую просто переоценили. Поэтому я на самом деле даю ей еще несколько шансов, скорее всего, на несколько этой серии. Если не понравится, то, ну вот, извиняй, что на все это вкус фломастера разные, так что, ладно. А мы с тобой остановились в моменте, где нас вроде как очухулючили, причем целых два раза, и мы теперь... И повторяем вот это все. Ну, это вот как типично в рогаликах. Померли, пошли прокачались, и дальше пошли сражаться. Только попутно мы еще там что-то как-то с отцом поговорили, еще с кем-то. Ну, вот это вот я как раз и не обращал внимания. В рогалик сюжет как бы особо сильно не очень важный. Бегаешь, веселишься, у тебя вроде как красиво. А тут, как казалось, надо было смотреть. Ну ладно, за это извиняюсь, это я виноват. Так, хорошо. Чего я могу прокачать? Во-первых, у меня с тобой 40 вот этих вот кристальчиков. И во-вторых, я их могу потратить на... Блин, улучшенные рефлексы. Что такое? Улучшенные рефлексы получают возможность плюс один дополнительный ревок сразу после предыдущего. Я это на самом деле оставлю. Хотя вот это что такое? Останавливает 50% здоровья вместо смерти, когда закончатся все очки здоровья один раз за ранг. Очень хорошая вещь, я ее тоже прокачаю. Но восстанавливает небольшое количество здоровья при выходе из зала. Плюс один за ранг. Ну, то есть, короче, я вот выхожу за этот... То есть, тех как бы победил, вышел, и мне восстановилось энное количество хп. А здесь я могу себе и жизни делать. А теперь я понял, почему это упрощенно, потому что, по сути, все зависит от того, сколько раз ты тут помер. То есть нагриндился, короче, там, убер вот такие вот настройки, и как бы все. Обычно у рогалика там немного другое. Там, если ты помираешь, то ты помираешь вообще вовсе. Единственное, что ты можешь сделать, это открыть какие-то все предметы. Ну, короче, ладно, это не суть, это я не буду говорить. Мы уже... Я уже, мне уже все рассказали, что там вообще на самом деле за игра. Ночь-ночи. Да хорошо, я тебя понял. Так, мы отдохнуть можем? Я даже не устал, спасибо. Да не за что, не благодарю. Это за тебя беспокоюсь. Так, хорошо. Давай тогда побазарим с какими-то пацанами. Или мы сразу сейчас атаковать будем? Не помню, я с ним базарил или нет. А, Скелли? Я поджидал тебя. Зачем? Эй, дружище, смотри, куда ты бросаешь свои эти... Эти свои кровокамни. Если уронишь, то вернись и подними, понял? Но если кто-то тебя обижает, смело швыряй камушек прям ему в глаз. Я обычно целюсь в туловище, потому что в глаз попасть намного сложнее. Ну, типа, как бы логично. Ну, если попадешь в глаз, то как бы противник 100% будет обездвижен, а туловище он как бы еще может тебе оплюху зарядить. Так что, на самом деле, у всего свои плюсы. Если, допустим, меткий дохрена стрелок, вот, то стреляй ее в глаза. Так, это сбежать. А, подожди, сбежать это идти миссию выполнять. А вот это что такое? А, это просто посмотреть, понял тебя? Все хорошо. Так, туда вот тогда. Через все эти преграды путь на поверхность. Окей. Давай тогда...
Я готов. Так, хорошо, готов. Я тоже готов. Идем сражаться. Ну, мы тут с тобой уже были. Кажется, это молодедало. Окей, улучшить. Зачарование для моего оружия. Так, сверхновая звезда, накопительный разрез и шквал клинков. Нажмите X или удержите, чтобы использовать основное оружие. Или больше урона. Нажмите или удерживайте X, чтобы использовать основное оружие. Я на самом деле еще как-то не особо запомнил, что есть там вообще, какая кнопка делает. Вот это как я понял, удерживать атаку, чтобы быстро наносить удары. Ла, где бы ты сейчас не был, спасибо тебе. Да, и вот если я вот удерживаю, то он меня постоянно начинает фигачить. Окей, я думаю, что это довольно-таки полезный навык. Это если еще мы можем с тобой перемещаться. Это мы спамим. И замечательно, мы всех победили, прям красавцы. Кыш, а это что такое? Глядеть. Велитель Аид может быть уверен, что души мертвых останутся в подземном мире до скончания времен. Ведь этот лабиринт бесконечных залов постоянно меняется. Ну, как мы выяснили, не совсем он меняется, если честно. Хорошо, что я не мертв. А ты есть кто-то? Ты живой? На тебя можно это как-то применить? По-моему, мы тут уже с тобой были. Причем три раза. Разве он меняется? Или он меняется, как только ты вот сюда вот войдешь? Вот тут он начинает меняться. А, да, меняется, смотри. Тут мы уже с тобой... Ну, во всяком случае, это я не помню. Хотя до этого, по-моему, было все приблизительно одинаково. Ты что такое? Ты ловушка. Это я тебя сразу выкупил. Ведьмы. А как и? Тихо, ведьма. Давай ты не будешь урчать. Уже мне нравится вот этот вот... вот эта спамщая атака. Замечательная вещь. Просто берешь, удерживаешь атаку, и все красиво, все весело. Они еще спамятся, ссанятся, обосраться, да и только черепки сразу. Если убьешь меня, я убью тебя. Если сможешь. Хорошо. А, ну или во всяком случае он типа потом дойдет. Ты что такое? Какая-то херня, которая перебивает другую херню. Окей, преграда. Ты что такое? Ты какая-то... А, ты монетка. У меня их 7. Давай вот сюда. Я не знаю, что это такое, но типа давай. Мне нравится, как это выглядит. А вот это какое-то улучшение атаки. Или может я типа буду стрелять. Так, тихо. Вот, вот с черепками вот лучше не суетиться. Это козлы те еще. А черепки, черепки... Так не будем, все красиво. Божественная стрела. Неизвестно лишь об одной небесной лучнице, точнее о нескольких. Но сколько бы их ни было, именем Аида, Олимп, я призываю это послание. Принимаю, призываю. Ну короче, ты понял. Артемида. Богиня охоты. Я слышал о тебе. Да знаешь, я не похож на остальных обитателей Олимпа. Сила охоты — это вот что всегда было со мной. Быть может, она станет и твоей спутницей. Интересно, конечно. Вот типа... Я была не похожа на всех обитателей Олимпа. Но зачем ты мне помогаешь? Ты же типа уже себя к ним не относишь. Они мне помогают. Вообще, с чего они мне помогают? Странная вещь. Ну, типа, наверное, это по сюжету потом как-то объясняется. Типа какой-то такой твист неожиданный, что там предать, объединить Олимп, Олимп хочет какой-то мощь. Ну, типичные такие клишированные моменты, на самом деле. Но мы это, может быть, узнаем. Здесь, конечно, зайдет, опять же, игрушка. Я, наверное, ей дам еще 2 шанса. Так, хорошо, смертельный удар. Атаку усиливает и получает 15% к нанесению критического урона. То есть это обыкновенная атака, которая увеличивает мне просто шанс на критический урон. Окей. Смертельный размах. Особый удар усиливает и получает 20% критический урон. Урон это понял. Атака после рывка наносит больше урона. Вот вопрос, крит урон увеличивать, либо все-таки рывок охотника и на 50% больше урона. Ну давай его. Сила охоты кажется вполне достойной спутницей. Потому что на самом деле мне это больше нравится. А теперь главный момент. Что я больше всего хочу? Я хочу себе прокачивать персонажа, либо взять какой-то другой... Да хотя, давай другое оружие возьмем. Может быть, а то что-то как-то я пока особо сильно не выкупаю. Тихо! Гребаные эти черепки, я вообще никак говорю, базарить не хочу! Честное слово, пацаны, остановитесь!
Я вас ненавижу. Они вот так беленькими становятся, и хрен ты эту беленькую заметившуюся лупку. А может, он не мерцает в этот момент, он просто становится белым. И в этом вся как раз-таки его особенность. Так, хорошо, получить. А я только один получаю. Я могу использовать его, чтобы открыть оружие. Да ладно, спасибо тебе. Так, это хпшечка. Это гранат. Что делает гранат, без понятия. Давай хпшку. Может быть, я сейчас урон получу и сразу все его восстановлю. Ну вот как раз-таки вот у нас уже есть момента для получения урона. Да. Алло, я ж уворачиваюсь, Карл. Ну это что-то как-то нечестно, я уворачиваюсь. Или вы типа большие бугаи. Или от вас нужно заранее уворачиваться. А можно вас как-нибудь по-другому убить? Я что-то вообще с вами воевать от слова совсем никак не хочу. Вы что-то прям совсем не веселые. Это прям как из этого, из Темного рыцаря. Эти... Как вы огромные вот эти вот противники, которых хочется просто взять и перепрыгнуть нахер. Слушайте, пацаны, серьезно. Я не знаю, кстати, странные вещи. А, я еще живой тычет. Вообще, на самом деле, что-то они меня задушили, я с ними сражаться вообще никак не хочу. Прям совсем какая-то лютая херь. Я, короче, смотри, в чем прикол. Я наношу один удар, смотри, я сейчас нажму на кнопку атаки. Видишь, он меня бьет 3 раза. Ну, сколько там? Ну, 2 раза. И, короче, прикол в том, что я начинаю бить, удерживаю кнопку, потом хочу неожиданно уйти, но у меня это не получается, потому что у меня скриптованный урон идет. Типа в этом весь прикол сейчас. То есть это я лоханулся, потому что у меня сборка фиговая. И вот бить вот эту вот херню, точнее вот этих бугаев, нужно вот только вот таким вот тупым способом, как и ударить, уйти, ударить, уйти, ударить, уйти, и так, короче, по 500 тысяч раз. Да, да, он меня вот так и убил. Ну, на самом деле, слава богу, потому что я лучше заново игру, короче, начну, чем буду этой херней страдать. Ладно. Ну, что-то как-то мне в итоге против такого противника вот такая веселуха, как это... Как вот такая вот атака из двух, что-то как-то не алё. Потому что вот так, как казалось, я не могу увернуться от атак. Потому что скрипт поговорить. Так, ладно, хорошо, тогда давайте главному этому достоинству игры перейдем. О, поговорим, что один из проклятых разбойников тебя уделал. Такая жалость. Они медлительны, но бьют довольно сильно. Уклоняться не пробовал? Пробовал, только оказалось, что мой персонаж начинает скриптоваться и бить 2 раза. Я как раз-таки про это говорил. Да, не пробовал. Ну ладно, походу не пробовал. Жаль. Снова вернулся. Да, снова я. А тебе что случилось с комнатой отдыха? Единственное место, где можно было немного развеяться, а ты ее закрыл. О, у меня не было выбора, мой мальчик. Видишь ли, после того, как ты сбежал в первый раз, сервер был очень расстроен. Он разнес комнату в клочья. Теперь там идет ремонт. И все это из-за тебя. Ты действительно обвиняешь меня в том, что я не следил за собакой, пока меня не было? А все были здесь? Да, я считаю, что это исключительно твоя вина. Что ж еще? Хорошо, что Цербер с тех пор уже успокоился. Пришел с себя, так сказать. Надеюсь, и ты последуешь его примеру. Надеюсь. Но герой что-то как-то не хочет, а меня особо никто не спрашивает. Что такое? Прошу, позволь мне вернуться к моим делам. Окей. Так, хорошо. И это типа все? Больше не с кем поговорить? Как твои дела? Ахиллес, а правда, что после моего ухода Цербер разнес комнату отдыха? Наверное, здорово и влетело. Это было достойное зрелище, парень. Комнату напоминал виноградник после урагана. Твой царственный отец был вне себя от ярости. Но он не мог злиться на эту собаку. А вот бедняжка Дуза теперь пытается довести там порядок. Нет, как раз думала о том, что случилось с Дузой. Она и без того вечно беспокоится, что отец уволит ее. Как я? Мы немножко что-то с тобой присели. Это, по-моему, ну-ка, подожди. Что, новый дух? Кто-нибудь видел моего сына? Ничего не могу. Не могу его найти или что-то такое. Вот прочитать. Так, подожди. Может, мы теперь это... У нас пойдет квестик с... Комнатку восстанавливал, или как, или где? А где сама вот эта вот комната отдыха? Я ее где-то видел вроде как. Здесь, что ли? Заперто.
Не могу это сделать. А это он имеет в виду, что типа это сражаться здесь не может. Так и. А хорошо, и типа все? Это все эти. Ну ладно. Размышлять. Во тьме сила. Так, я думаю, что на самом деле призрачное отступление наносит дополнительный урон, если брать спина особым ударом. Что-то как-то не особо сильно звучит, но типа возьмем, типа, что пусть будет. Дальше прокачивать я в этом пока не особо сильно вижу смысл, хотя может быть когда-нибудь. Так, 5 ключей, это чтобы что-то еще открыть. Окей. Готово. Так, и получается все? А, нет, еще что-то говорит. Нужно признать, ты стал намного сильнее, Балец. Тебе хватит силы пригвоздить кого-нибудь наподобие меня к стене. Да так, что под... что он рассыпется на мелкие кусочки. На мелкие кусочки. Держи меня... держи в уме, когда соберешься задать им жару. Что стены могут пригодиться? Так какие? Творя с врагами в стены, отличный совет. Как всегда, приятель. Окей. Блин, я хочу открыть новое оружие посмотреть. Хотя, если честно, после вот этого лука мне что-то как-то не очень сильно хочется это делать, но типа ладно. Внутренний двор, это мы, по-моему, с тобой читали. Не такой уж тут порядок, да, мы, по-моему, точно читали. А это что такое? Здесь пока нет ничего. Окей, сувенир, это я опять не туда иду. Окей, видимо, снова нужно сражаться. И еще раз. Очень сильно надеюсь, что там не будет вот такого душного противника. Хотя, по идее, он душный только до того момента, когда я не могу уйти от него. То есть сейчас я, видишь, бью один раз и могу спокойно ударить и уйти. А тогда я ударил два раза, допустим, у меня двойной, ну, двойная атака будет. После этого только я могу нажать, ну, ворот. А это, короче, секунды или там 5 секунд. Только за это время он меня просто бил. Можно было, знаешь, как делать? Сразу и вот просто, как только ты ударил, сразу же кликать назад. Ну, ты видел, как это в итоге херово выглядело. Так, привет. Чё-то такое. Арест. Знаешь ли ты, собрать, что уничтожил более сотни врагов с тех пор, как начал свой путь? Так и есть, ведь я веду счет, и ты в меня впечатлил. Так, атака накладывает эффект гибли. Ну, то есть, короче, умирает, и он потом взрывается. Херня. Урон эффектов гибели. Опять гибель. Я могу отменить и узнать, что делает на... Хотя ладно. Давай посмотрим, что вот эта штука делает. А, то есть вот ты ее запускаешь, и он всем, короче, урон вносит. И потом ее обязательно нужно забрать. Ну, давай посмотрим. Да, у нас сам сидит, я уже вижу, что она такая себе. Ну, ладно. Может быть, ты что-нибудь тебе найдем интересное потом. Дальше когда-нибудь. Так, здорово, пацаны. Кристаллы серые. Это что-то опасное? Да вроде как-то не особо. Дальше что? Я думаю, что это происходит. Так, подожди, получить. Сила подземного мира. Так, хорошо. Ну, идем дальше с тобой тогда. Так, вы, здорово, противнички, где вот тут? Ну, если эту... Гай. Кристаллы серы, это что-то новенькое было. А теперь пока обычные эти противники какие-то непонятные. Ну, по-моему, мы их уже видели с тобой. Тихо. Блин, а так на самом деле довольно-таки прикольный был тот та способность. Единственное, что только уворачиваться тут очень неудобно. Он все равно до меня дошел, видите, козел. Приветствую, Афродита. А хорошо, Афродит. Не опускай руки, юный бог. Я не потерплю, и если ты сдашься, ведь я так жду встречи с тобой в садах Олимпа. Так, атака наносит больше урона и ослабляет. Урон от атаки 50%. Меньше урона, кстати, наносит. Ну, давай, типа, это при... Так, нет любви без боли.
Опять же, нам остается последний ключик, и мы с тобой можем взять новое оружие какое-то. Так, гребаные эти. Гребаные черепушки. Я тихо уходи оттуда. Черепушка. Тихо, вот эту штучку подбери. Тут страшно, короче, за себя и за эту черепушку, честное слово. Так, да, мой этот ключ откроет мне новое оружие. Я как понял, вот это не просто какой-то новый уровень. Это, походу, какие-то такие более сильные противники. Или мне просто так повезло на скольких там было? Трех дебилов вот этих. Надеюсь, что их тут не будет. Нет, походу, это весь в этом прикол. Только они тут не прокачаны. Но, как видишь... Блин, они еще и далеко бьют. Ну ладно. А можно тебя просто вот какой-нибудь такой вот... Ну хотя бы у тебя хп не дофига и больше. Тут тебе приходится бить как этого, как нечувствительность колуны. Слушай, а насколько далеко я должен от тебя уходить? Вот с ним, наверное, было бы гораздо удобнее стреляться именно на расстоянии. Так, тихо, ты там кого-нибудь убей. Пока я сижу, ты фигней страдаю. Блин, тут еще много ловушек. Не видно вас еще, пацанов. Тихо. А хорошо то, что, кстати, ловушки мне вот эти уроны наносят. Так, хорошо. Получить 25 кп. Уже лучше. Действительно. Так, и тут, и там бусик. Там какие-то кристальчики, а тут, в принципе, вот эта вот херня. Так, вставай сюда. Зато бусику увидим. Здорово, Искомарова. А, это не совсем бусик. Чем-то там застрял. А, это же мы локацию уже видели. Ай. Ну ты не козел или случай? Обидно ведь ранил. А и он тоже теперь у нас прокачанный. Не, подожди, это не бусик. Ой-ой, вот эту вот херню убери отсюда. С ней сражаться не хочу. Пушная она. Так, а где моя супер-мега-убер-атака? А вот она, все, нашел. Так, она опять куда-то мимо этой всей веселки полетела. А ты почему там вообще бить-то меня начал? Не прокирил ли? Я всех в итоге убили. Но мне, значит, тогда все-таки не повезло с выбором. Ты что такое, купить? Посмотрим, что здесь есть. А, у нас все-таки появился магазин. А может еще и золотая комната какая-то появится? Или золотая комната тут является просто рандомным каким-то этим? Прикол. Окей, мгновенно восстановлю 26 здоровья. Пока особо сильно не нужно. Мгновенный эффект, получи 22... Окей. Длительность... Сколько там? 3 схваток? А, 6 комнат получается. Не верю, что нужно тратить деньгу. Вот эту штуку. Ну, типа, давай. Вроде как пригодится. Да. Так, вот это мне деньги дает. А вот это я так, кстати, не понял. Зато тут будут усиленные противники. Ну, давай, усиленные противники. Чё бы и нет. Главное, не давайте мне тех... Ой-ой. А, это нет, это все-таки босики. Опять вы. Какого, откуда? Я же был загробанным этим. Это нечестно. Я во что тут играю? В смысле? Вигали, вы меня ударили. Я по всем законам физики должен был препятствовать, докатиться и от взрыва вашего защититься. Во козлы. Причем взрывается эта штука довольно-таки быстро, а я застреваю во всяком говне, и говно меня это не спасает нифига. Блин. Опять же ведь тут помру. Мне бы опять был, кстати, магазинчик. А ты куда? Иди туда отставить. А я одного уже убил, что ли? Когда успел? Вот что я его не могу взять и задержать. Хотя не смотри, задержал. Так, хорошо, мы что-то с тобой здесь... А, это дура точно, как ее. Которая стреляет с лука. Послушай, я всего лишь маги, не охота, а не лечение. Поэтому не знаю, поможет ли тебе это сейчас, ну вот. Эпический.
Нажмите И для рывка, затем сразу же, чтобы атаковать. Так я и без этого это делал, или в смысле? Ну, наверное, эпический будет лучше, потому что он все-таки эпический. Но все равно почитаем. Наносит 200 урона или больше, 200% урона. Это, опять же, какая-то такая супер-мега интересная веселуха. Ну, короче, да, походу, рывок нужно качать. Ну да, это, конечно, что-то более-менее становится... Окей. Тем более я еще же их это... Блин, слушай, а вот тут как раз-таки мне хпшечку увеличит. Айда. Эх, уходи. Не, а ты не захотел меня атаковать? А почему? Эх, а вот это вот сразу атакует. Или не атакует, я не понимаю. Вы опять вот эта вот душная веселуха. Тихо. Так, он там атакует или где? Ну, по-моему, что-то такое там есть. Так, давай-ка мы тебя сразу убьем. Тихо. Тихо. А, ну и все, мы всех победили. Так, это мы молодцы, 25 здоровья. Есть тут все-таки... Нет, фонтанчика того нету. Ведь, блин, хорошая вещь была. Так, ключик, либо другую херню. Давай ключик. И по идее мы на других боссах с тобой провалились. Как я понял. Тихо. Тихо-тихо, кто там летит ко мне? Не лечатся ведь. Я жуть хочу. Ну, кстати, да, довольно-таки интересный. Тихо, уходи. А могло бы, чтобы они меня никак не подловили. Они подлавливать умеют. Еще нужно было бы выучить вообще, на самом деле, атаки этих противников и исчез. Ну, типа, ладно. Так, пацаны. Пацаны котята. Ты есть кто и ты что там стоишь? Убирай. А ключик мы с тобой получили. А значится? Значится. Можем, блин, еще один ключик забрать. Если это смысл. Нет, не имеет. Там уже боссики какие-то. Там уж какие-то душные противники. Ну и в сраку. А чё в смысле? Я только что пошел в противоположный проход. Именно потому, что там нету вот этих вот сильных противников. А в итоге все равно они тут сильные. Так, иди туда, пожалуйста. Спасибо. Тихо. Вот вы, конечно, турельки веселые. Хотя, дед, смотри, мы их в итоге всех переубивали быстро. Ты что такое? Я так, кстати, не понял, что этот гранат делает. Но судя по тому, что мы уже с тобой добрали этот. Их, а ты что такое? А, ты просто свеч, который ничего не дает, так и. Мы, в принципе, можем с тобой пройти немножечко дальше. А можем что-то прокачать. Ну или, во всяком случае, на это понадеяться. Давай. Давай рискнем. Ну, скорее всего, я тут просрую. Что-то мне тут кажется, что тут опять какая-то такая лютейшая херня будет. Да? Или нет? Один бог или другой? То есть? Одна, короче, богиня любви, другой бог войны. Один вроде как урона, крита и вот эту всю херню повышает. И плюс после смерти... Короче, слушай, по хилькам я похищу. Всегда верь своему сердцу. Редкий. А все остальные, то есть обычные, хочешь сказать, да? Жертва наносит меньше урона. Ну, по всей логике надо редко убрать, потому что, опять же, она лучше, чем обычная. Но я бы вообще взял бы ослабление, ну, урона увеличенный по ослабленным врагам. Ну, потому что у меня и так я их ослабляю, типа... Если буду ему урона больше наносить, то будет круче, но, как я понял, вот эта штука хорошая. Так. Я не потерплю такого пренебрежения нашей былой дружбы и собрат. На войне каждый выбирает лишь одну сторону, и лучше бы тебе было выбрать мою. Мои извинения, владыка Эрис. А вот и его гнев. Так, а этот гнев же он всех бьет или где? Так опять я
на одну и ту же херню попадаюсь. Я думал, что все. А, точно, у меня же эта способность моя где-то должна быть. Подожди. Подожди, Арес. А, и типа вот все, да? Блин, опять вот этого душные противники. Ты, походу, знаешь, какие мне тут они меньше всего нравятся, да? Они еще могут... Так, пацаны, хватит меня тут зажимать вот этой всей херней. А точно, у меня же еще есть моя эта... Супервеселуха, крутилка-хирилка. Что там делает? Кого-то убивает, красота. И, блин, он неожиданно от меня отпрыгнул. А тут еще один появился. От зависти и возмущения. Умрите, пожалуйста, пацаны. Ну-ка, подожди, вот это что такое? А ничего не такое. Замечательная вещь, которая, по-моему, вообще ничего не сделала. Ладно. Значит, будем знать, что она не особо сильно нужна мне. Нужна была вот эта вот богиня любви. Подумаешь, там богиня любви, которая меня сейчас приглашал на диванчик в Олимпа. Лучше бы я с каким-нибудь богом войны бы затусил. Правда, не на диванчике, а хотя хрен знает, куда он меня там может сосисать. Ну давай все уже, я не хочу с ними сразу, они душные. Ты подходишь, и потом оплеуху получаешь. Я вот лучше крутилкой-веселилкой буду фигачить с ними. Я готов изменить свое решение. Все, мне не нравится с этой, как ее, Афродитой вообще в принципе никаких дел иметь. Все, я согласен на то, чтобы просто... Может, ты, кстати, вообще вот эту херню загасить? Ну, с ними вообще без этого... Без вариантов так хоть как-то воевать. Они опять спаются. Слушай, а может, мне нужно уйти отсюда? Тихо. Хотя не, вроде как не особо-то сильно от них уходит. Почему бьешь-то? Я ж к тебе даже еще не подошел. И еще говорят, что нужно быть внимательным. Как внимательным-то быть, когда оно тебе заранее бьет? Или я в него, в его область атаки вхожу? А как определить, какая у него там зона атаки? Вот это типа зона атаки у него была? Он даже через вот эту херню меня пытается ударить. Козел, прекращай такие действия делать, веселые. Для твоей страны. Я подумал, что меня кто-то убил все-таки. Нужно поспешить. Если он все-таки согласен? Мне сейчас сослужается выжить всем, кого я набираюсь убить. Браво! В этот раз мы сравнили счеты и можем оставаться друзьями. Окей, наверное. Следующая атака или особый удар после убийства врага нанесет, короче, больше урона. Это вот эта вот, та, которая мне не очень понравилась. А, нет, это... Я не нажимал на паузу. А, у меня... Да. Окей, небольшая магия монтажа у меня кончились, короче, эти. Какие? Короче, зарядка. Ну, в общем-то, усил. Я со всем разобрался, я молодец. И что я там хотел выбрать? Это, конечно, все замечательно. У меня типичные все обычные какие-то навыки. Ничего сверхинтересного. Мне башки что-то не хотят давать. Поэтому хотели, чтобы я ушел. Тогда либо мне сразу все легендарные навыки, и было бы дело с концом. Это замечательно. Так, хорошо. Что я вообще в принципе могу? Бонус к урону? Ну, такую себе, тем более... А, это бонус ко всему урону. Окей. Боевая ярость, бонус к урону. Ну, давай. Ну, удерживать я удерживаю, ничего не происходит. Ну, типа, ладно. Тут, походу, должно было произойти. Может, просто он мне бонус к урону везде поставил. Может, и нет. Так, хорошо. У меня всё, 5 хп. Мне что-то надо сделать. Мне надо где-то пожрать какое-нибудь лекарство. Да, лекарство никакой не дает. Окей. Ну, значит, идем. У нас в любом с тобой. Вот возьмем какой-нибудь этот гранат. Будь ему неладно, хрен знает, что это делает, что паразиты. Что они там делают, тоже без понятия. А вы, кстати, противник. Ой, Лена, опять тогда уйди отсюда нахер. Уберите его от меня. Уберите его от меня. Уберите. Их опять двое тут.
Сейчас слово уберите. Не хотите с ним воевать, вообще не хотите. Это максимально душный противник. Он как в Холлунайте был душным, так он и здесь душный. А прям буквально скопировал под... Такая же херня, только у него нету этого щита. Тихо. Все, вы успокоились, пацаны? Вы... Хорошо, что вы успокоились, хвала богам. Так, усилить, что такое усилить? А граната-то усилить. А я думал, что граната и да, значит, можно похилиться. А походу нет. Хорошо, мы с тобой можем прокачать обычные навыки. Пакуйся. Следующая атака или особый удар после убийства врага нанесет больше урона. Херня, бросок выпускает какие-то вихри, лезвия. 24 атака, у меня 20 урона, 20 херня. Урон от атаки. Урон атаки плюс 70%. То вроде как звучит получше. Ну давай. Блин. На Олимпиане, наверное, на каждом углу. А гранат ты имеешь в виду, который усиливает тебе атаки? За счет как не думаю, зачем там на Олимпе вот такая веселок? А хорошо, а может, пожалуйста, хилочку? Магазин Харон. Так, наконец-то что-то новенькое. Естественно, мы возьмем хилку. Спасибо, приятель. Здорово. Рад тебя видеть, друг Харон. Я просто иду по своим делам, любуюсь достопримечательностями и как-то ненароком встретился с тобой. Вот это удача. У меня как раз копились монеты, от которых хочется избавиться. Да. Любишь ты, конечно, бабки зарабатывать. Ну ладно, мы можем купить еще эту херню, но что-то как-то смысл особо не вижу. За пределами этого зала пролегает внешняя граница Тартара, за которого принца подземного мира ждут невообразимые опасности. А я на ступлении воображения что-то там. Короче, походу, это конец вот этой локации, да? Бока. Ну КПшку мы типа все восстановили, если помрем, то как бы ладно. Ну это странно. Стой, Загрей, не шагу дальше. Мегера. Не такая уж ты и мегерная тут. Ух, шучу, вот эти вот ваши мегеры, которого выглядят даже ничего так. Брось, Мег, разве мы оба уже не устали друг от друга, и вообще тебе больше пойти некуда. Меня прислал твой отец, а он более серьезный враг, чем ты. Ты можешь сам вернуться домой, как послушный мальчик, или я заставлю тебя сделать это. И я обещаю, это будет больно. Что выбираешь? Я выберу второй вариант. У меня как раз хп до хрена, сейчас получу оплюху, сдохну нахер, и будет все замечательно. Такой мужчина мне по душе. Да, я тоже сам себе по душе смотрел на твои там атаки. Так, а ты просто будешь из стороны в сторону, что ли? Все закончится быстро. Ну, давай. Ой, да. Так, женщина, нет, и братков своих не зови. Не по понятиям такая вообще борьба с тобой. Идиот. Да конечно, кто бы там что говорил. Вызывает братков, которые мне вот как раз к самых моих ненавистных. Как ты меня задел это хотя бы? Ты вот это мне лучше бы сказал. Я, ну ее в принципе довольно-таки легко убить ее сейчас. Ну, то есть в ней ничего прям такого сильного и сверка-то. Уйди оттуда, дебил. Ударит, укусит, сожрет. Вы. Так, тихо, я уйти отсюда хочу. Я кого где? Думаю, что нет. Тогда так. Чуть быстрее так. Помрите, пожалуйста, все там не от моей руки и вообще в принципе. Она, кстати, насколько далеко может падать? Тихо. А подожди, у нее, по-моему, хп восстановился, не? Тебе так не кажется? Возможно, блин. Я вот таки помер просто от этого дебил. Да я не могу, ну что это такое? Я с боссом сражаюсь для Настрона. Вот это говно будет постоянно идти, мне его есть смысл убивать или где? Еще босс такой дебильный, просто перемещается, у него даже других атак нет. Ну что это за спамить просто?
Не, не заспамишь, она вот эту херню спамит. А время на восстановление это... у меня нет там. Я даже не могу сконцентрироваться на бой, тут походу просто мишура будет бесконечно идти. Ну... Причем еще самые дебильные противники. Раньше меня бесили черепки, но черепков-то они хотя бы медленные. А вот этого чехорда не особо. Вот я убил всех. Меня потом заново все это пойдет, да? Да, нифига, не заново потом приходит. Может просто попробовать это, на Мегере сконцентрироваться? Не, ни хрена, если буду концентрироваться на Мегере, мне опять вот эта вот кувалда свою ударит. Они тоже далеко бьют и исчез. Ну, а видишь, он уже там дофигачил. Бай... Ну, максимально больно тут находиться, я ж тиш. Это давно меня впечатлить? Да я тебя смотрю, женщина, только впечатлить 7 херов. Честное слово. Призывает братков и такая, ой, ну что-то не впечатляет, ну ты что-то какой-то не такой. Как сделал вот тут. Я бы... Приходи, мы будем одни. Вот примерно такой же прикол. Ой, нет, опять эта херня. Ну я не в том положении, чтобы поворачиваться от него. Там же ни хрена неудобно. Смеется. Ну, короче, ладно. Хрен с тобой, золотая женщина. Которая любит групповухи. Ну, греки, что поделать. Ох уж, спасибо, Мэтт. Да, не за что. Дома Аида. Так, хорошо, возвращаемся к геймплею. О, Ва, в этот раз с тобой забрался сама Мегера. Должно быть, это было мощно. Она такая быстрая, сильная и красивая. И, так вот, надеюсь, в следующий раз море будут тебя более благословны. Насчет сильного я не скажу. А вот то, что она братков своих позывает, это да, это весело. Очень же прикольно уворачиваться от ее однообразных атак из разряда «я к тебе сейчас притянусь». Буду стоять полтора часа, а потом типа сделаю атаку вокруг себя и как бы все. А на самом деле тебя просто там уже подходит к тебе какой-то Геракл с этой дубиной дебильной. На неимоверно огромное расстояние и херачит тебя. Ты думаешь, что он улучшает же, он меня не ударит, не достанет? Ни хрена достанет, козел, еще так достанет. Плюс. Ну я тоже на это надеюсь. Бесполезно. Юсус это бесполезный или бесполезно? Так, ну-ка поясни. Я вижу, ты решил вернуться домой. Уже передумал убегать или жаждешь еще более страданий? Еще более страданий, пожалуйста. В конце концов, это ты научил меня ценить прекрасное. Ты можешь и дальше убеждать себя в этом, мой мальчик. Но запомни мои слова. Рано или поздно избранный тобой путь покажет, что я был прав. В смысле, избранный тобою путь покажет, что я был прав. А ты типа говоришь, что не надо никуда убегать, все будет хорошо. Короче, ладно. Хорошо поговорили. Так, ты мне тоже что-то даешь, интересно. Рано или поздно у тебя все получится, парень. Наши ущербные поединки были полезны, но настоящий бой — это лучший учитель. И вот еще, у меня кое-что для тебя есть. Постой, ты отдашь мне свой кодекс? Я не могу принять всего. Нет, я настаиваю. Хочу, чтобы твоя любовь к истории росла не меньше, чем любовь к сражениям. Хорошо, кроме того, возможно, ты сумеешь его дописать. Я благодарен. Кодекс получен. А, и тут, типа, мы пишем все этих. Окей. Интересно, что это он так тебе это отнял? Так, Никита? Куда в смысле? Какая Никита? Или Ник ты? Я что-то не успел отреагировать, что он там сказал. Не знаю, куда ушла. Она чем-то там была занята. Так, давай знаешь, что сделаем? Я становлюсь сильнее. Да, и теперь это 500 уже стоит. Улучшенные рефлексы. Давай вот эту штучку. Ну и, естественно, 2 хп будем восстанавливать после того, как крем кого-то. Не, ну, бесполезная вещь, ну типа ладно. Поксилась мы, так и... Так, я хочу посмотреть на новое оружие. Кстати, интересно, а какой из них открыть? Тебя? Или лишь себя? Откройся. Копье, помоги мне в пути. Это у тебя такое? Так, а копье, получается, бьет на дальние атаки.
Ну, вот это что-то поинтереснее. Мне что-то кажется... Эх, отлично. Окей. Ну, копьё... Повторим. Ты вроде там со мной хотел побазарить. Или все уж. Не базарим с всякими дебилами, которые своих же атакуют. Это надо будет призайти. Хочешь подсказку, Балес? Когда наберешь немного монет, обязательно потрать их у царевого лодочника Харода. Потрать или потеряешь, дружище. Потрать или потеряешь. Их потратил. Спасибо, приятель. Возьму на заметку. Не копить, а сразу трать все монеты. Не берите такую штучку на заметку, потому что лучше копите деньги, чем их тратить просто фиг куда. А то не будет денег, и потом херово станет. Это вот эти вот всякие разные принцы Тамада могут такую себе позволить. Ну а что ж поделать, мажоры, блин. Так, хорошо. Довольно-таки... А, у него еще есть суперспособность. Ну-ка, подожди, а у тебя такая была вообще? Не, у тебя такой не было, кстати. А у тебя? Да, и у тебя она тоже была. Так, а чё в смысле? Так, подожди, там что-то такое ощущение, что у меня чего-то забрали. Хотя в первый раз такого не было. Да, ну да, мне вот это вот оружие больше нравится. Оно, во-первых, как-то эффективнее, чем грёбаный меч. И к тому же можно атаковать на огромном расстоянии, скорее всего. И в случае чего, если будет много всякого раза говна, то я вот такой вот штучкой могу всех и перебить. Ну да, что-то вроде как более-менее нормально. Ладно. На этом моменте я закончу. Будет еще одна серия, пока на самом деле до сих пор особо сильно не выкупил. Но вот, как говорилось у меня в комментах, такая расслабляющая игрушка, чисто на поиграть, но в ней шедевр, я пока щедро здесь не вижу. Разговоры довольно-таки такие типичные, как и в других рогаликах, ну, помимо Айзека. То есть, какой-нибудь, как он, как-то называется... Enter the Gungeon, там тоже такая вот херня иногда бывает, там, типа, что-то ходишь, иногда что-то кого-то спрашиваешь, по сути, те же разговоры, те же яйца, только вид сбоку. Пока я какой-то сюжет, я особо сильно не заметил, возможно, он, типа, будет дальше. Ну ладно, еще пару серий, как я и говорил, и посмотрим. Если ничего не поменяется, то не готов я, короче, не готов я ее проходить, пока я не выкупаю. Странно, блин, странно, очень странно. Возможно, я действительно что-то не выкупил. Скорее всего, именно так. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ждите следующую серию. Всем удачи, всем до скорой встречи. Всем пока.